Прокуратура Ульяновской области пресекла незаконные условия контракта ремонта дорог. Речь об участке на улице Красных Бойцов в Инзе. В процессе упреждающего контроля гособвинители выявили, что снижены гарантийные сроки выполненных работ. Прокуроры направили иск в арбитражный суд. Арбитражный суд согласился с нашими требованиями, и в результате рассмотрения этого дела восстановлен гарантийный срок, определен законный, это с 4 лет, как было ранее, до 6 лет, как того требует закон. В результате такой системной работы только в текущем году арбитражным судом Ульяновской области удовлетворено 9 таких заявлений исковых заместителей прокурора области. Согласно плану этого года, в регионе по нацпроекту обновят 37 транспортных артерий. Из них 28 – участки на областных трассах и 9 – это дороги города. Рената Львулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.